Нет вражеских отметок на сенсоре. Секция 2. Питание в норме. Секция 3. Питание в норме. Михалыч, ты убери наконец отсюда эту бочку к Бениной маме. Я уже третий раз через нее, мать твою. Секция 4. Сбой второго канала. Всем привет, с вами Зонг. Вы только что видели ролик начальной заставки Аддона «Солдаты неба». По-моему, потрясающего качества ролик. Уже говорящий нам о особенностях Аддона. Первое, это вы видели, что вокруг все в снегах. Это не просто так. И второе, в эфире постоянно идет мат-перемат и прочие неуставные словечки. Подобное все было в брифингах, в дебрифингах оригинальной компании, но в Аддоне они, по-моему, с этим начали немножко перебарщивать. Это все-таки армия, а не бог знает что. Ну, что сделали, то сделали. Вот эта компания, и, как обычно, есть некоторые отличия от первой части. Это, к сожалению, не совсем продолжение сюжета. Как бы мне не хотелось. Это всего лишь аддон, ответвление, взгляд с другой точки зрения на события первой же кампании. Где у нас есть уже персонали. Это майор Джейсон Скотт по кличке Вольф. Действие происходит на планете Ракат-4. Вы майор. Волю судьи, попавший в эту богом забытую дыру, как раз в тот момент, когда элианцы напали на Галактическую Федерацию, судьба всего человечества зависит от вас. Ну и описание. Вот. У нас есть полностью досье. Месторождение планеты Пески. Поселение Новый Оазис. Служба предыдущего до текущего момента. Кадетская школа «Песчаные войны», звание кадет, диплом с отличием, планета Кастер, высшие курсы военных летчиков, планета Агил, федеральная база Агил, операция Лига, звание старший лейтенант, операция Котел, планета Новый Амур, федеральная база Аврора, операция Розита, ничего не, нет, не значит, звание капитан. Академия высшего офицерского состава. Показательное учение сектора. Это федерация, она еще та. Милитаризованная армия у них какая. Звание майор, операция Синокос. Квалификация инструктор. Что-то когда карьера не очень пошла. Если определили в какую-то дыру Ракаду 4 инструктором. Учебный центр. Краткая характеристика. Безоговорочно предан. Ууа. Скорость прохождения нервного импульса 12 метров в секунду. Класс. Физически силен, вынослив, способен выдержать 10-кратные перегрузки. Показатель Давида Джойса 250. Понятия не имею, что это. Устойчив к мутациям. Хорошо. Холост. Сдержан. Вредных привычек не имеет. Расположен к рациональному мышлению с предпочтением к точному просчету всех факторов, влияющих на исход ситуации. Хладнокровен. В боевой обстановке способен к мгновенному приключению на интуитивно-рефлекторное мышление и принятию немедленных верных решений. Так сказать, характер нордический. Не женат. Потребляет алкоголь в необходимых пределах. Увлекается песчаным уловом. С чем? Бич-буэрингом, чем-чем, и 3D-болом. Да, весело у них там, наверное. Серебряный призер чемпионата системы по 3D-болу этого года. И вот экзамен управления в боевой обстановке. Видимо, здесь нам не удастся и избежать обучающей миссии. Или это не такая уж обучающая? Полетный лист инструктора. Принять зачет по теме управления целям в обстановке. По данным разведки, активности противника в районе ОТЦ в последние дни не наблюдается. Однако, Джейсон, будьте внимательны, как всегда. Уже знакомый нам полковник Дуглас Вэри Стронг.
То есть, как видите, все начинается опять сначала. Мы в учебном центре, вот это на этом озеро Тихое. Федеральные силы прижали к самому югу континента, и нам, в общем-то, снова отвоевывать Ракаду 4, на этот раз, мне кажется, по более, так сказать, сокращенному списку. Естественно, так как это аддон, здесь миссии стали, опять же, более комплексные, более сложные. Озвучка стала более разнообразной. Вы при прохождении первой части, наверное, видели, что иногда, когда какой-то отряд начинает, подает голос, потом резко голос меняется на другой. Это связано именно с тем, что кампания проходилась на аддоне. Здесь такого не будет. Будет более, так сказать, все плавно выглядеть. Не нужны мне эти две оружия. Хватит и этих. Я уже ни черта не помню, какие там были миссии, как их проходить, поэтому будем совершать пробы и ошибки. Обучение нам избежать не удастся. Так, первый автопилот. Его надо включить. Он-то и поведет нас к победе. Теперь можно вырубить автопилот и до следующей точки долететь наручно. Вперед. Это Янки. Мы в секторе 24-3-6. Донине зачем-то добавили озвучку голосом Чукчи. Звучит просто поразительно. Хорошо, вы достигли навигационной точки 4. Теперь мы попробуем сымитировать боевую ситуацию. Сектор 23-03-6. Вражеские контакты. Штурмовики с эскортом. Это не учебная тревога. Браво! Атакуй переходчик. Работаешь по полной схеме. Чарли, на крыло. Быстрее, ребята, быстрее. Сейчас их начнут крошить в мелкий винегрет. Это браво. Поняли вас. Работаем по полной схеме. Всем кадетам на базу. Повторяю, всем на базу. Инструкторы, прикрыть кадетов. Чем хотите, прикрывайте, чтоб все были целы. Это Янки. Смиксировали, блин. Кадеты, всем на базу. Что-то треснуло.
иду на свидание. Развалил по болтам. Задачи изменились. На сенсоре сейчас нет вражеских контактов. Всем курс на базу. Повторяю, всем курс на базу. Инструктор, это учебный центр. Блин, со мной чуть параличный случился, на тебя глядящий. Нельзя же так. Зад к стулу прилип. Кадетов стоило, а сам на доклад. Полетное меню обновилось. Понял. Работаю, кадетов стоило. Неучебная, так сказать, миссия. Это Янки. Мы в секторе 24-3-6. Это инструктор. Разрешите посадку. Инструктор один. Посадку разрешаю. Это Чарли. Сегодня в результате удивительно бездарной работы учебной части дальнего обнаружения штурмовики врага прорвались на территорию полигона и атаковали кадетов. Только неукоснительное выполнение своего долга инструктором позволило свести наши потери к минимуму. Ему самообладание и прекрасная выучка достойны всяческого поощрения и подражания. Настоящая мужская работа. Примите мои поздравления, ваш рапорт о переводе в действующей части направлен по команде. А с завтрашнего дня учебная часть дальнего обнаружения занимается по особому расписанию. Вводная. Штурмовые силы врага обнаружены, но перехват не произошел. Срочная эвакуация части со всего имущества на горбу за КПП и обратно. Два раза в день наблюдать буду лично. Не позавидуешь им. Ну вот такое было первая миссия этого аддона. Продолжение, как всегда, следует.